Всем привет, с вами Азия Роботов Трансформеров, и сегодня у нас на обзоре модель Twin Strike. Это у нас Легион класс, 2013 год, очень много подсерий. Изначально это Трансформеры Prime, Best Hunters, Киберверс. Это такой двухголовый, не знаю, пес, не пес. Сложно сказать, к чему это относится. Ну, какое-то фантастическое чудовище. В комплекте идет с молотом. И трансформация у него не сложная, но интересная. Давайте приступим. Так, для начала. Ноги. Поворачиваем. Минус. Очень маленький запас хода вот этой детали. И поэтому есть вероятность, что она может выпасть. Она находится на... Да, не помню, как этот элемент называется. Но держится он за счет резьбы с этой стороны. Так, продолжаем трансформировать. Здесь у нас руки. Голова находится внутри. Вот такой вот интересный, необычный трансформер. И хвосты вот так. Да. Все, давайте его рассмотрим поближе. Вполне неплохо. После трансформации он выглядит как антропоморфный робот-человек. Да, руки. Есть такая легкая подвижность. Можно использовать молот в качестве оружия. Он такой бластырь. Либо действительно просто как молот. Интересно. Причем это не двухрежимный трансформер, еще режим у него есть, это рука Абоминуса. Ну, эту функцию мы покажем последним видео обзором, объединим команду этих ребят, фантастических чудовищ, у известного персонажа вселенной, в Абоминуса. Так, ну давайте трансформируем в обратную сторону, прячем голову, выставляем руки, головы, выводим хвост назад, заводим эту часть сюда, она здесь создает эффект. Далее. Вот и получилось. Неплохая серия Legend фигурок из 2013 года. 9 лет назад. Хорошо. В принципе, на этом можно завершать обзор. Ожидайте последний, шестой видеоролик в серии. Там они будут объединены в Абоминуса. Гештальта сборного трансформера и вселенной трансформеры. Хорошо, на этом можно завершать видеообзор. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, приезжайте в музей. Можете стать спонсором музея. Если у вас есть желание и возможность, можете подарить какого-либо оригинального трансформера в фонд музея, и он сохранится в истории. Всем до скорых встреч!